Привет, ребятки. У меня такое ощущение, что у меня снова на что-то началась аллергия. Не знаю на что. Я, короче, чихаю. У меня как будто какая-то болячка в горле назрела, вот прям вот внутри такая. И прям как будто ощущаемая она. Не то, что все горло опухло там, да, и болит, а вот именно ощущаемая как будто болячка. И у меня сохнут веки. И снова проблема вот здесь, на коже. Несколько лет назад у меня это было. Около татуировки были раздражения, шелушения, сухость. Я сейчас снова мажусь мазью специальной. Вроде чуть-чуть получше стало. Буду за собой наблюдать. Вот, утро у нас началось сегодня где-то в 6:30. Значит, покормили Витю, сами позавтракали, попили кофейка. Сейчас, кстати, он спит. Свой первый дневной сон. Хотя это не дневной сон, это утренний сон после ночного сна. Я жду, когда Валера выйдет из ванной и тоже пойду мыть голову. Немножечко прихорошусь, потому что сегодня хочу снять видео на основной канал. Да, мне нужно будет рекламу. Поэтому, да, вот из такой я скоро превращусь в более симпатичную женщину, скажем так, да. Вечером я хочу сегодня устроить кукинг. Хочу сегодня сделать салат колб. Это такой, ну не знаю, мне кажется, это все-таки американский типа салат. Это где вот так вот полосочками разложены все ингредиенты, полить это все соусом, а уже это ваше дело, перемешивать это или есть вот так вот как бы... Типа порционно каждый ингредиент. Попросила уже Алису поставить напоминание. Только я сказала ей, Алиса, так она меня не слушает. Я сказала ей, поставь напоминание, приготовить салат коп. Она написала не коп, это немножко другое название. Ладно, короче. Но напоминание в любом случае будет. Поэтому да, если мы вдруг запамятуем, то она нам напомнит. И мы такие, о, если у нас еще остались силы, вдохновение и желание, да, готовить этот салат, то мы его будем готовить. Ну, а вам желаю приятного просмотра. Сейчас буду чистить плиту. Я уже везде пропылесосила. Сегодня также хочу помыть полы на кухне. Я, кстати, их последние несколько раз мыла не просто, ну, типа обычной шваброй, там, со средством, с водой. Я мыла шваброй с паром от Kärcher, который нам подарили. И, в общем, мне очень понравилось. Какие-то загрязнения, какое-нибудь вот прилипшее что-то, и после чего остался след, какие-то разводы, отмывает просто на ура эта штуковина. Естественно, она работает от розетки, и далеко с этой шваброй не уйдешь. Но, в принципе, далеко мне и не нужно на кухне, когда, да, всего лишь мой пол. Но приходилось так вот огибать стол, перекидывать этот шнур. Ну, я бы не сказала, что это какие-то сильные неудобства. Чуть менее удобно, конечно, чем с обычной шваброй, вот в плане там перебежек по кухне. Но все равно все супер. Фифочка желает вам хорошего денечка. Котик мой маленький, идет, кошечка добрая. Все, в общем, ребят, да, пойду я тоже мыть голову. И начинаем денек. Ну как начинаем, блин, ну он вовсю уже идет, время 11 часов утра. Мы уже встали, получается... Так. Мы уже встали больше 4 часов назад, я говорю, начинаем денек. Слушай, внимательно. Трицератопс. Я с ним делал вчера.
Ну, самый любимый у нас кто, Валер, какой? Самый любимый, я даже не знаю, на кого он реагирует. Нет, я имею в виду вообще в целом у нас. Да. Мне сложно сказать. Ты что, забыл? Что, Тирекс? Нет. А, да тут такого нет. Тут такого нет даже, да, летучего. А кто там? Как его там? Птеродактиль, ребят, вот, птеродактиль. Птеродактиля нет, но он у нас вот он. Даже нет птеродактиля. У нас птеродактиль самый главный, вот, да, лежит. И сюда вон следующую повторим. Угу. И еще. Вот эти салфетки, ребят, улетают просто, я не знаю, на раз-два. Заказывали и Зева, и такие вот самокат разные. Но у Зева, конечно, подольше хватает, несмотря на то, что их тоже там 100 штук, но они, по-моему, двух- или трехслойные, они какие-то более практичные, и подольше их хватает. А вот эти самокат улетают просто, я не знаю, как семечки какие-то, поэтому, наверное, эти самокат больше брать не будем, хотя они сами по себе нормальные. Но они однослойные, и прям очень быстро все заканчивается. Так что у нас пачка салфеток всегда прям под рукой. Почистила я плиту, как вы видели, именно парогенератор. Это, Валер, да? Правильно? Парогенератором. Да, безо всяких-всяких средств. Тут, конечно, осталось вот небольшой разводик, но тут надо чем-то замачивать. Прям чем-то надо залить, и чтобы это постояло, видать, отмокло. А так вообще идеально все отмыл. Плита почти что как новая. Вот. Ждет, когда что-нибудь на ней будут готовить. Вот такую книжку, кстати, сейчас читаю время от времени. И от этих же авторов, это Уильям Марта, Роберт Джеймс Сирс. Ну, там Уильям, короче, Марта Сирс. Основные это педиатры американские, да. У них еще есть книга про беременность. Там, короче, про каждый триместр прям все рассказано, какие-то советы там про витамины, про питание. И вот еще у них вторая книжка есть «От рождения до 2 лет, ваш малыш». Вот я сейчас тоже читаю, но не прям всю сразу. Я вам покажу вкратце содержание. Здесь несколько подразделений, и все разбито по главам. Короче, очень нравится мне вот эта книга и про беременность от этих же авторов. Это вот, к слову о том, меня спрашивали, какая литература мне больше всего понравилась. Я достаточно всего прочитала, но вот это прям самое-самое. Так, ребят, день у нас, значит, идет. Приходит Валерина мама гулять с Витей. Открываю дверь, а там стоят гости. Хобана! Катя пришла в гости, мы не виделись вот как раз. Ну, сколько с октября? С рождения сначала, Виктора, да, на выписке, когда были и сидели здесь у нас в гостях. Катя говорит, вырос в длину, конечно. Пипец, он прям такой стал, вот я не знаю, вот такой. Вот ты как человек, который видел Витю, когда ему было 4 дня от роду, и сейчас. Он прям вот огромный. Он был вот такой крохотулечко. Да. Помещался. Ну, 54, ну, то есть такой увесистый мужчина, да, уже с виду, или все равно, таких... типа, малыш, нет, но длинный? Мужчина уже такой. С щечками. Короче, да, ребят, мы сейчас будем пить чаёк, поболтаем, пока все дела. В общем, было, да, неожиданно Катя приехала из Москвы, потому что они москвичи теперь. Ой, да. Уже давно, на самом деле, москвичи. Все перебираются в Москву, кроме нас с Валерой, мне кажется. Да что, тут хорошо тоже. Мы как-то не знаю. Валера вот вроде бы хотел, но я как-то не знаю. Если не брать, то только на окраине. Потому что в Москве самой я не могу жить, там слишком много людей. Столичная жизнь пока что не для меня. Ну, посмотрим, может, когда-нибудь изменю свое мнение. Частный домик пока что хочется где-нибудь к лесу поближе, но в то же время близко к городу. Вот такое пока что по мне. Материнство во всей красе, да? Успокоился. Полтора часика погуляли, можно потребовать уже поесть. А тебе просто камера не нравится, да? Можно потребовать поесть. Камеру он вообще не любит. Нет, камера ему нафиг не нужна. Так, бутылочка. Вот так вот все время ноги сначала вверх, когда голод еще сильный, ноги вверх. Постепенно, по мере насыщения, они опускаются. Из кулачков руки вот так постепенно разжимаются. По мере насыщения. А когда еще вовсю есть хочется, ноги вот так. И вот так. И еще вот так потом. Поел. Смотри, еще не сытый, видно, явно. Еще только начат процесс. На ноги поднят. Ой, поставил. Катюшка, давай. Кушай, не отвлекайся. Скажи, что у меня тут снимай? Ну что? Играем, что? Катя, Вите понравилось. Он же Татью не помнит же, только-только. Витя, это новая маленьким. Тетя, это новая тетя. Почему новая? Тетя-то какая? Новая. В смысле новая? А, ты в этом смысле?
Новая тетя. Короче, Витя хихикал несколько раз на Кате. А все, это начинается уже. Не нравится? Да нет, пока еще нормальный. Подожди, рассказывает что-то Катя. Да, рассказывает своей тете что-то, да, тетушка? Катя там что-то рассказывает. Серьезный какой-то. Да-да-да, он фокусируется на вещи, которые он показывает, такой скомпонованный. Да, что ли? Куда бежит, Наташа? А вот так вот бежит куда-то, опаздывает, видать. Витюшка, бежит. Ну что, ребятки, будем готовить коп салат. Сейчас покажу, что я для него заказала. Ну, во-первых, филе куриной грудки, вот такие сразу с прованскими травами. Очень удобно зажаривать. Здесь уже все засоусировано. Томаты черри упаковочка. Также я буду добавлять огурчики. В каких-то салатах есть огурцы, в каких-то нет. Лук я добавлю вот такой плоский фиолетовый. Конечно же, авокадо. Есть и обычный авокадо. Может показаться, как будто он испорчен, но нет, он так темнеет. На самом деле он созревший, хороший. И еще сырок. Его нужно будет нарезать кубиками. Вышли слои. Итак, огурчик, сыр, салатный такой лучок, кстати, попробовала, он достаточно сладкий, вкусный. Помидорки черри, авокадо, это редиска, ее правда почти не видно, курочка и еще зеленый лук, вот так все слоями. Можно, в принципе, перемешать. Положила, кстати, на подушку из листочков салатных, таких хрустящих. Все, сейчас с Валерой будем ужинать. Всем привет, ребята, у нас следующий день, Валера сейчас будет готовить завтрак. И хочет попробовать лайфхак, который найден был на просторах Пинтереста мною. Случайно, не специально это искала. Короче, там типа делают яичницу, выкладывают цветочек. Просто оформление какое-то. Да, да, там такое, как будто картина. Словно это цветочки с зеленью, с лепесточками. Есть. Да, лепесточки — это помидорки черри пополам разрезанные. Да. Сердцевинка цветочка — это этот желток. А фон — это белок, который, естественно, превращается в белое. И зеленью выкладываются якобы листочки цветочка. Вот Валера сегодня захотел это повторить. Я тоже хочу 4 цветка сделать. Ну, может быть, у нас будут без листочков, да? Да, просто цветочки. Давайте понаблюдаем, как Валера это превратит в жизнь. Твори, маэстро. Сейчас. Итак, Виктор уже полежал у нас на полу. Поел, походил на руках, полежал на полу. Сейчас переместился вот сюда. И будет смотреть, как отец готовит, да, Витюша? Будет смотреть, как отец готовит яичницу. Так что давайте посмотрим, реально, что тут получится такое. Я себе заказала из самоката блинчик Цезарь, 100 лет его уже не ела. Я его ела, когда еще была беременной. На последних, так сказать, сроках. Уже вот-вот рожать, и я ела этот блинчик. Вообще, в беременность я его просто обожала. И что-то вот сегодня мне как-то взгрустнулось поутру, решила вспомнить. Итак, Валера подготавливает лепесточки. Деление белка от желтка. Да, далее. По бокам. Здесь половина в половину только выливается. Ну все, ингредиенты готовы. Сейчас посмотрим, получится у меня ровно выложить или нет. Все, скоро она уже тоже нагрета. Приступим. Ну так, чуть-чуть кривовато, но в целом есть можно, я думаю. Листиков осталось накидать и все. Как-то так. Еще смотри на произведение искусства. Вот этот так маленько отклеился листочек. Прикольно. Вообще. Прям картина. Но это именно тебе тогда, потому что у меня что-то. Чего?
Двоится все. Прожарить это была самая легкая задача. Теперь все это снять в тарелку, вот это вот задачка, такая задачка. Тут все уже распадается, так что, походу, не так красиво будет в итоге. Ну что, наелась цветочком? Да. Желточки только оставила. На самом деле он не такой красивый оказался, как я планировал, когда он оказался на тарелке. Я его еле снял со сковороды. У меня вообще такой веселый стол, конечно, здесь космический. Нормально. Кофеёк, сейчас третий пойдёт. Кофеёк, Витёк. Не доеды авокадо. Соска Виктор. Ну-ка, Витёк. Давайте посмотрим, что он там делает. Вот ухо. Всегда лежит на соске голова. Его это вообще не смущает. Он уже капризный был, поэтому его положили на сон. Ну, сейчас еще хотя бы минуточка из 40 поспит, уже нормально. Я пока почти что создала образ для съемки видео. Что-то делала. Такой у меня... Ядрючий макияж глаз. Оно еще не доделано, если что. Здесь надо еще блесточку набрать. Валер, ну не надо так близко мне снимать. В смысле, я хотел посмотреть, насколько наварить. Все блестит. Вон как переливается. Еще надо накрасить ресницы. Вот не знаю, делать стрелки, не делать. Когда сын спит, время, надо все успеть. Понятно, что я сейчас в заход, пока он спит, я снять видео не успею. Снимать буду в следующий сон. В этот сон... Успеваю накраситься и приготовиться к съемке. А в следующий уже сама съемка. И так вот весь день, как рельсы шпалы. Пока он спит, тук-тук-тук-тук, что ты делаешь. Потом с ним траля-ля, траля-ля. Пока он опять снова тук-тук-тук-тук, что ты делаешь. Потом траля-ля, траля-ля. И так каждый день. Ну, сейчас снов у него, наверное, будет становиться меньше, поэтому как-то надо будет перестраиваться. Поэтому делать придется ночью. Что ночью? Делать. Ночью придется видос снимать. Но у меня ночью вообще... Поздно вечером и ночью у меня нерабочее уже состояние. В плане, я могу там, ну, типа, монтировать или писать какие-нибудь планы там для видео или что-то, но именно снимать я не могу. У меня не фурычит уже аппарат. Не могу вообще. Для меня самая съемка это максимум в 5 часов вечера, это уже все. Позже мне уже тошно. Так, все, Виктор Валерьевич отправляется на прогулочку. Сегодня у нас солнечно, плюс 1, а утро было минус 7. Какая-то прям переменчивая погода. Сначала как будто дубак, а сейчас же нормально. Да, Витя, заодно будет дневной сон на свежем воздухе. Да. Ведь ты только что веселый был. С бабушкой Таней. А все, уже показывает, что подустал. Сейчас вроде веселился. Сейчас уже заныл. Его собираем, малыша. У нас на фоне там мощная болтовня от Вити. Такие звуки, это просто нечто. Слышите? Короче, там Валера сейчас с ним в зале. В общем, я что хотела сказать. Да, Валерина мама... С ним погуляла, его принесла, я его переодела, покормила. В общем, да, он что-то уже рел на улице, но сейчас там плюс 1 было. И, видимо, все-таки тепло мы его накутали. Да. Надо как-то пересматривать по одежде, конечно, вот эти все моменты, потому что мы часто не попадаем, как одеваем, в погоду. Ну, как бы, блин, первый ребенок, первый опыт и все такое. Тяжело, да? Даже не знаешь, что хуже, когда жарко или когда замерз. В общем, я сейчас на самом деле поеду, наверное, в Ашан сгоняю и немножечко прогуляюсь одна. Валера будет с Витей. А в те выходные, потому что у меня вообще не состоялись выходные, мы с Валерой хотели, в принципе, тоже немного прогуляться в тот выходной, ну, неделю назад, но не вышло. Не получилось, не срослось, как говорится, да, там. Не буду вдаваться в подробности, просто, ну, не получилось. И я тут так подумала. Да, у меня, конечно, достаточно домашних растений. Часть, конечно, померла, часть нормально существует. Ну, как бы, да, не без потерь. Но мне кажется, что сейчас такой момент, когда, в принципе, можно какой-то новый цветочек завести. Угу. А самое идеальное, конечно, это покупать на Авито с рук. Я заметила, с такими цветами, которые покупаешь с рук, чаще всего с ними меньше проблем. Вот я не знаю, это совпадение или как, но мне кажется, что с ними прям меньше проблем, и они лучше приживаются. Но другой момент, что, конечно, намного удобнее это все-таки съесть в Ашан, посмотреть цветочки там, и если был завоз, там обычно хороший выбор, если был завоз, там есть на чего поглазеть, и взять там. Но как уже потом будет жить? Это растение у вас дома, это, конечно, загадка, потому что все равно в любом случае они там накормлены всякими, наверное, такими мощными подкормками, какими-то усилителями роста. И потом, когда ты пересаживаешь уже в другую землю, уже так сильно не прет, как это выглядело в магазине, либо умирает, либо не прет так сильно, либо, ну, просто, ну,
нормально все идет, но не прям вау, не так пышно, как это в магазине выглядело, да? Но, тем не менее, у меня достаточно растений, которые куплены в Ашане, уже достаточно давно куплены, и с ними все окей. Но также и много было потерь растений из Ашана. Поэтому это такое. Я себе сделала такое правило, не то, что не покупать растения в Ашане, нет, просто не покупать прям какие-то дорогие растения в Ашане, потому что тогда будет, ну, наверное, не так обидно. Ну и не часто, естественно, покупать, и недорогие покупать. Тогда, если что-то там продают, не так обидно, потому что действительно... Потому что я помню, один раз я купила что-то там, какой-то цветок за... А мне кажется, это был филодендрон. Я купила его за 2 с лишним тысячи рублей, кажется. Он был небольшой, но очень такой густой, пышный. И он у меня вообще без шансов прям вообще. Я его там пыталась как-то удобрить. Землю специальную я ему купила. Все там перемешала. Вот эту землю смешала все по пропорциям, как нужно. Там со всяким разрыхлителем, с влагоудержанием. Там еще что-то. Опрыскивала я его чем-то. Ну, короче, я над ним прям тряслась. Но, тем не менее, он у меня умер в теплое время года. Вот. И я после этого такая, да пошло оно нахрен. Я дорогие растения больше в Ашане не покупаю. То есть что-нибудь такое вот... средней категории ценовой или дешевой. Ну и да, сейчас я, наверное, как раз прогуляюсь до Ашана. Может быть, зайду в Сенсей. Я хочу какую-то корзинку для хранения еще купить. Витины игрушки сложить, потому что их что-то достаточно стало. Не прям много, но достаточно. Хотя бы в корзинку. Раз уж мы никак не дождемся стеллажи, хотя бы корзинку так какую-нибудь приобрести, средненькую для витиных игрушек. Потому что я уже не знаю, когда там у нас эти стеллажи будут, которые у нас будут в гостиной, да, я все жду. Ну вот что-то все никак. Надеюсь, что скоро все-таки. Надеемся и верим. Мне тут, кстати, пришла посылочка от Influence Beauty. Там аж 5, что ли, палеток. 5 палеток. Вот, смотрите, они лежат как... Знаете, у меня ассоциация музыкальные кассеты. Прям стоят, лежат эти палеточки. Нейроморф палетка. Посмотрите. Просто какие-то, знаете, такие фестивальные летние оттенки. Дальше палетка... Time Traveler. Здесь прям такая, знаете, осенняя. Вот для меня прям осенняя палитра. Такая середина, конец октября. Вот. Начало, может быть, ноября уже чуть-чуть, если смотреть на эти цвета, да? Тяжело вот здесь название прочитать из-за вот этих вот разводов. Она называется Butterfly Effect. Очень повседневный. Самое главное, она преимущественно холодная. По крайней мере, я ее так вижу. Она либо нейтральная, либо холодная. Вот эти особенные цвета. Прям холодочек. Metaverse, надеюсь, правильно читаю. Так уже Фифи нашерстит повсюду, конечно. Ну, Фифи тут тоже у нас рядышком. Вот, смотрит на меня, как я показываю вам палетки. А, ну вот эта палетка чисто блестючая. Metaverse, значит, да. Роскошная сияющая палитра для создания футуристического макияжа. Вот это для тех, кто оценит нежные и спокойные оттенки. Короче, здесь описание на каждой палетке сзади есть. Вот это прям сияшки-сияшки. Ну, здесь прям топеры. Это вы делаете вот макияж какой-то одной палеткой. И вот из этой палетки берете сияги. И еще одна палетка. Боже, какая она ядрючая. Это Future Nostalgia. Палетка включает в себя мягкие нюдовые оттенки, которые идеально подойдут для создания естественного и безупречного макияжа на каждый день. Вот с этой я еще даже наклеечку не сняла. Спасибо большое, Influence Beauty. Буду это все пробовать. О, ну это прямо ежедневная такая вот must-have-ная палеточка. Для конюдика коричневенького, вот что-то такое прямо каждый день, как говорится, и в пятерочку, и в гости, и в магнит, и гулять. Вот, зеленый очень красивый, конечно, вот этот прям тени зеленый. И вот этот очень интересный цвет, серо-коричневый какой-то. Прям кто-то другой здесь намешан в одном, очень своеобразно. Хотя вот на пальце больше коричневый. Конечно, 5 палеток за раз. Хоть снимай на каждую палетку шортс. Серьезно. Здорово. Смотрите, лежит такая, да? Она вот любит со мной рядышком. Что бы я ни делала, не знаю, там, ем, снимаю видео, монтирую видео. Особенно, когда я да, монтирую, вот она вообще любит рядом со мной находиться. И Фивочка рядом. Конечно, ее смущает, если у меня Витя на руках. Она, ну, не идет ко мне на руки, она просто может лечь рядышком. Ну, недалеко, скажем так. Не так, чтобы прям вот со мной контактировать, но поодаль. Так, поодаль, как бы я с вами... Но я чуть-чуть так вот типа подальше, чтобы меня там слишком не напрягли вы. Но все-таки я с вами. Так вот, любит. И утром она тоже приходит к нам в кровать. И не как раньше ложится на грудь там, да, или на живот. А вот любит на подушке сверху. Либо между нами, вот так вот пониже. То есть рядышком, короче, просто находиться рядышком. Просто мне кажется, она опасается
Витю, чтобы он по ней там не заехал ногой или рукой. Но я уж не знаю, что там в ее кошачьей голове. Это чисто мои предположения такие устрою. А так она не против него. Она даже тут недавно лежала прям рядом-рядом с ним. Когда я его покормила, он, значит, уснул в позе звезды, вот так руки в разные стороны. И Фивочка лежала рядом. И получилось так, как будто бы они держатся за руку. То есть Фифина лапка и ладошка Вити. И они так держатся, как будто за ручку. Конечно, этого никто не увидит, но я сегодня буду на мерче Гарри Стайлза. Harry's House. Самый, который мы покупали в Бангкоке после концерта. Валера купил себе футболку, а мне мы купили вот свитшотик. Ну, естественно, я его не могла полноценно носить беременностью свою, потому что он такой, ну, не в обтяжку, конечно, но и не супер широкий. То есть мне беременной было не очень в нем классно ходить, потому что я любила все-таки еще посвободнее. А сейчас прям самое то все. Love on tour. Сзади там вот песенки. Вот. Список треков с альбома. Прямо на спине. Самое любимое у меня это Cinema. Мы нашли место, где нам ничего не грозит. Вместе. На другом конце океана. Ребята, это следующий день. Я сейчас иду на почту отправлять подарочек человеку с Boosty, который на меня подписан. Да, у меня там был небольшой конкурс, где я собирала такой вот бокс и разыгрывала его среди своих бустеров. В общем, да, здесь у меня входит несколько всяких ништячков. Здесь есть и косметика, и канцелярия, в том числе вот такой блокнотик с котиками мармеладными. Вот, вкусняшки даже есть. Короче, все упаковала в такую коробочку. И сейчас иду на почту. Все это отправлю. В Петербург поедет у меня посылочка. Заодно на почте заберу, что мне пришло. Может, там с Алиэкспресс. Потом я там возврат Авито, кажется. И еще что-то. Так что прогуляюсь по нашим вот этим всем лужам. Веселая, короче, весна. Обожаю март. Но это в кавычках, конечно, как бы календарная весна. Но погодка такая себе. Ну, главное, да, дело сделаю, галочку поставлю и вернусь домой, буду дальше работать. Хочу вам показать, ребят, что я вчера купила в Синсей и вообще, как я переделала свой уголочек на моем стеллаже косметическом. Вот так выглядит сейчас, но нужно немного доработать, потому что я еще купила рамку для фотографии, которая у меня сейчас на кухне, и, в общем, я хочу подогнать туда фотку, либо сделать коллаж из фоток и всунуть в ту рамочку. Эта рамочка будет вот с этой стороны, вот здесь с уголочка, я ее размещу. Такие у меня есть обновления. Я вчера купила, значит, вот эту вазочку, очень она мне понравилась, такая минималистичная, красивый, приятный этот вот цвет, розовато-фиолетовый, такой приглушенный. Также я взяла свечу, она прям нежный-нежный такой аромат, знаете, похоже чем-то на детский крем, смешанный с какими-то цветочками полевыми. Вот такой вот запах. Green Oasis. Дальше. Вот эту, значит, подставку я взяла. Ротанка. Это не ротанка. Я не знаю, как называется. Ну, короче. Я решила, что буду помещать сюда, да, какие-то вещички. Сейчас я просто расставила здесь ароматы, которыми, ну, довольно часто пользуюсь. Не самые они у меня прям вот в ходу, что каждый день только этими, но, тем не менее, возвращаюсь к ним часто. Вот, значит, у меня здесь Манеки Нека, такой, знаете, иконостас, как будто бы с Манеки Нека. Ну и здесь тоже рамочка. И купила я еще вот такую подставку. Она идет, значит, ну, типа деревянная. А я решила положить кремчики для рук. Вот так вот. Они у меня здесь будут храниться. В общем, да, захотелось чего-то новенького, поэтому сменила слегка здесь обстановку. И, кстати, да, купила вот такой фикус, у которого листочки могут быть разного цвета, когда он будет пускать новые вот эти свои, да, ну, точка роста у него есть, когда он новый будет почечки раскрывать, разного цвета могут быть эти листики, но так или иначе они все с таким вкраплением белым. Не знаю, считается ли это, что это фикус вариегатный. Ребят, напишите, если разбираетесь. Может быть, это не вариегатность, а просто такая расцветка своеобразная. Но вообще, мне кажется, это вполне себе вариегатный фикус. Фиг его знает. Единственное, не очень подходит этот горшочек сюда. Надо что-то вот, какую-то корзиночку, какую-то корзинку, и туда уже засунуть горшок. Ну, я подберу что-нибудь на Алиэкспресс, чтобы тоже красивый был, в общем, корпус. Как-то так. Ну, а сейчас пойду пока распечатаю фотографию, поставлю рамочку,
И мне, кстати, еще сегодня прислали несколько новых книжек от издательства так, Аст. Да, мне прислали 4 книжки от издательства Аст. Я выбрала сама там какие. Мне предложили по списку там выбрать любые книжки. Я выбрала вот эти 4. Я пересмотрела там много, но не стала как-то наглеть, брать больше. В общем, взяла 4 штучки. «Худеем вместе». Ну, понятное дело, я не хочу это расценивать как, что я сейчас буду худеть в половину своего веса. Я хочу эту книжку почитать, полистать, как какое-то вдохновение, может быть, в плане, в пищевом плане. Как книжка «Идеальная любовь неидеальных мам». Она мне, кстати, попадалась, кажется, на Wildberries. Когда мне списки книг прислали, я там увидела ее, я решила ее взять. «Распознай свое я. Поиск своего призвания и обретение внутренней свободы». Такая вдохновляющая должна быть книжка. Кажется, здесь есть даже задание на то, как научиться себя хвалить. Хвалить за свои достижения, за какие-то свершения и так далее. Ну, в общем, да, описание мне тоже понравилось, поэтому ее я тоже попросила мне послать. И вот такая «Чувство души». Очень красивая книга внутри. Сейчас я вам покажу, ребят. Я ее открыла, и такая вах. Я прям охнула, потому что там странички не белые, а они градиентные. Значит, эта книжка вообще как мотивационная литература, вдохновляющая, отчасти психология, вот типа, знаете, ну, почитал и настроил себя на позитив. Что-то такое, я думаю, да? По крайней мере, я такого от нее жду. Смотрите, какие здесь страницы. Это просто нереально. Вообще, даже вот так это видно, смотрите. Из розового в такой в голубой. Оформление очень красивое. Такие картинки умиротворяющие, здесь еще всякие. И градиентные страницы. Я такая открыла. Вау! Такого я еще не видела. Обычно какого-то определенного там цвета странички. Белые, не знаю, там желтые, что-нибудь еще. А тут такой розово-голубой градиент. Очень красиво. Понятно, что на содержание книги это никак не влияет, но вот в глаза это, естественно, бросилось. Ну а фоторамочку я купила вот такую, так, розовую. Ой, аккуратненько сейчас не вывалилось бы здесь стеклышко. Вот такую розовую с радужкой, с розово-голубой. Слушайте, как будто гендерная такая какая-то радужка, да? Мальчик-девочка. Ну, это да, как-то случайно. В общем, помещу какую-нибудь сейчас фотографию, либо нашу с Витей распечатаю, либо возьму за основу одну фотографию и по бокам сделаю такие, как сказать, по контуру маленькие, уменьшенные, как коллаж. Ну, в общем, посмотрим, что из этого выйдет, покажу вам. А если ничего из этого такого не выйдет, то просто одну фотографию возьму в конце концов. Как же чётенько печатает принтер, ребят. Вот посмотрите. Такую сочную фоточку я распечатала нашу с Витей. Такую, где мы с Валерой. Это мы Витю, кажется, искупали, одели. И это перед сном мы тут. Смотрите, как он здесь улыбается. Я вообще просто с этой фотографией угораю. Очень милашная. И распечатала такую мордашку еще. Ну, в рамку, наверное, возьму вот эту. А вот эти две я возьму уже на доску, которую с Озон, короче, заказала себе такую доску железную, на которую крепятся фотографии. Вот эти, наверное, уже возьму туда, потому что она по формату, кажется, меньше, чем... ну, короче, не подгоняла. По формату, в общем, меньше, чем для фоторамки. Так что возьму сейчас вот эту фоточку. Короче, у меня сейчас в Телеграм-канале идут обсуждения мощные такой темы, как... сон с мужем или без него, с парнем или без него. Ну, типа, в одной вы кровати спите или в разных? Что для кого норма, что для кого нет? Я так разместила этот пост, написала, что интересно почитать ваше мнение. Мы с Валерой спим в одной постели, и, ну, лично я не вижу сон раздельно вообще. Для меня сон раздельно, это, знаете, когда... ну, какая-то такая ситуация, не знаю, может, мы в гостях, или в какой-то вот поездке, или, не знаю, в одной из комнат ремонт, или... я не знаю, что еще в пример привести, ну, короче, какая-то типа ситуация, которая может разделить нас по разным постелям. Это да, окей, там, может такое быть, возможно, это ок. Но я рассуждала про то, что в целом я, ну, это дело вообще... любого человека, ну, это их дело абсолютно, но я говорю за себя, что для меня это как-то странно спать в разных постелях с мужем, да, ну, то есть там муж в одной комнате, жена там в другой, то есть для меня именно сон вместе это прям
ну, не знаю, показатель, это какой-то дополнительный уют, это прям какая-то законченность даже такая, это мне лучше будет спаться, мне действительно комфортнее, уютнее как-то и так далее. И вот у меня сейчас в телеграм-канале люди там, значит, в комментариях пишут, кто как спит, и я удивлена, что очень много людей, которые спят раздельно, как оказалось. Мне кажется, ну, может, не 50%, но, судя по комментариям, хотя, может быть, и 50% спят раздельно. Вот. Напишите, вот вы как, со своим супругом спите вместе или раздельно? Что вам комфортно, как у вас, и что вы думаете на этот счет? Я не считаю, что это обозначает какой-то разлад там в отношениях обязательно, вот прям 100%. Нет, но мне это все равно... Ну, типа, мне это не близко. Я бы вот не хотела без Валеры спать. И я причем ложусь спать раньше, чем Валера. Он еще сидит какое-то время, работает за компьютером. Ну, то есть там многие в комментариях ссылаются на то, что, ну, нам так комфортно, потому что, например, вот я ложусь спать раньше, а муж там только в 2-3 часа ночи. Соответственно, чтобы меня не разбудить, он там ложится... в другой комнате. Но для меня, именно для меня, это не, как сказать, это не является причиной, чтобы лечь в другой комнате спать, потому что, ну вот, я, допустим, стараюсь лечь не позже 11, то есть Витю мы там укладываем в 9, да, и я, ну, бывает, еще что-нибудь почитаю, или там посижу в ванной, пока там всякие масочки, то да сё, и я ложусь где-то в 11, а Валера чаще всего сидит, еще работает, и потом уже приходит. Но я бы не сказала, чтобы меня это тревожило так, чтобы мы задумались о том, чтобы спать раздельно. Я очень часто вообще не слышу и даже не чувствую, когда Валера ложится, я сплю. Там, да? Или если я ощущаю это, то меня это никак не тревожит. Я, наоборот, очень, как это сказать, мне уютно, когда вот я такая лежу в полусне, я чувствую, что Валера тоже залазит в кровать, ложится, шепчет мне, значит, спокойной ночи, не знаю, там целует меня в щеку. А мне, наоборот, как-то вот даже еще лучше становится. А для кого-то, видите, это как... это мешает сну. Переезжаем по разным кроватям. Ну, короче. Интересно, да. Такая вот интересная темка, как оказалось. Напишите в комментарии, как у вас, что вы думаете насчет этого. Короче, да, интересно будет почитать. Но я тем временем почти что подогнала фоточку. Здесь чуть-чуть надо подрезать, и пойду поставлю ее на полочку. Все, готово. Такая красота. Хочется здесь, знаете, какими-то наклейками как будто украсть, но уже будет очень, наверное, шумно все смотреться. Но прям вот напрашивается, как будто рамочка еще каких-то стразинок или наклеек приклеить. Но это я, типа, канцелярская душа. Ну все, теперь уголочек, в принципе, закончен. Может, периодически какие-нибудь фоточки другие буду менять. Но пока оставим так. Мне все очень нравится. Вот такой уютный вышел уголок. Напишите, кстати, ставите ли вы фоточки в рамки дома, много ли их у вас, потому что я знаю, что есть семьи, которые прямо... Ну, короче, у которых очень много рамок вот с фотографиями повсюду, и висят на стенах, и стоят на каких-то полочках и так далее. Для меня фотографии в рамочке, которые стоят вот где-то дома, они для меня создают, конечно, дополнительный уют. Правда, вот какую-то обжитость, уют, такое тепло. А несмотря на то, что, да, у меня всего, ну, сколько у нас, рамки 3, наверное, в квартире, а то и 2. Это, конечно, мало, они есть все равно. Может быть, поставлю что-нибудь еще. Но вот у меня всегда, когда я попадаю кому-нибудь в гости, где стоят, да, фотки в рамочках, мне как-то прям тепло, что ли, на душе. Интересно подойти, порассматривать эти фотографии там, да, и как-то... ну, дополнительное тепло прям действительно ощущаешь в этой квартире, что вот здесь как будто, не знаю, живет любовь. Конечно, понятно, это всего лишь фотографии там так далее, но это, по моему мнению, все-таки создает какую-то дополнительную такую приятную атмосферу. На этом я влог буду заканчивать, ребята. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, где я постоянно тусуюсь. Вот, ну, сейчас там такие... Да, какие-то споры по поводу сна. Это то же самое, знаете, как споры про совместный сон с ребенком. Или ребенок должен спать в своей кровати, или совместный сон это окей и так далее. Я приверженец, что ребенок должен спать в своей кровати. Но, конечно, очень много людей есть, которые будут пытаться доказать мне обратное вот так. Это еще, кстати, жестче тема даже, чем
спать с мужем или без мужа. Ладненько, увидимся с вами скоро. Всем пока.